Славянские полицейские раскрыли кражу по горячим следам. В дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что находился в одной из местных организаций, а выйдя из кабинета, не обнаружил на месте куртку. В кармане похищенной одежды находился мобильный телефон. Сумма общего ущерба составила около 20 тысяч рублей. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и передали ее всем дежурным нарядам полиции. На одной из улиц города правоохранители задержали мужчину с схожего по приметам с разыскиваемым. В отделе полиции 64-летний местный житель пояснил, что похитил куртку, так как замерз. Похищенный телефон сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу. Иду по улице, смотрю, лежит на подоконнике свитерок, просится как бы ничейный. Ну я подхожу, прикинул, подходит на меня, все нормально. Ну я пакетик положил и пошел. А потом оказалось, что оказывается, в кармане в том лежит телефончик. Не сильно дешевый. Не сильно дорогой. 17 тысяч рублей. Не сильно дорогой. Только в августе. В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом отдела МВД России по Славянскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание до 5 лет. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры по обеспечению сохранности своего имущества.